Большая Скай и позитивчика вам! Не спрашивайте, что это, я просто хотела сделать прикольную прическу, но не знаю, получилось или нет. И прежде чем ты посмотришь это видео, поставь палец вверх, подпишись на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Я отдохнула и набралась свежих идей, так что ждите мои свежие идеи в формате MP4. Как я хорошо сказала. Я бы хотела вам рассказать о своих планах на 2017 год. Но, конечно, не обо всех, потому что это как бы называется личная жизнь. Первая цель. Читаю. Набрать 100 тысяч подписчиков на YouTube. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Я знаю, возможно, это слишком высокая планка, если сопоставить с числом подписчиков, которые у меня сейчас. Но, блин, кто-то же набирает по миллиону за год. А я чем хуже? Правда, на этот год я ставила себе цель набрать хотя бы 10 тысяч подписчиков, но что-то как-то не удалось. Я бы хотела написать собственную песню, только не вот эти всякие сопливые песенки про любовь. Это полная фигня. Этого на ютюбе и не на ютюбе вообще завались. Я бы хотела записать что-то неоригинальное, что-то такое веселое, что-то зажигательное. Короче, нестандартное. У меня очень много музыкальных целей. Я хочу научиться играть на фортепиано. Для тех, кто не знал, у меня есть синтезатор. И я реально офигела, когда мне его подарили. Научиться на нем играть, это очень хорошо было бы. Потому что я играю какие-нибудь песни, которые мне нравятся. Нахожу в интернете аккорды и играю. А мне бы хотелось чего-то большего. Я хочу снять какой-нибудь фильм. Ну, фильм это слишком прям масштабно звучит, но просто, короче, какой-то сюжет снять. Для этого, возможно, не хватает моих актерских способностей. Надо как-то правильно смеяться, радоваться, грустить, плакать. О, да, у меня есть отличный учитель. Я устала это терпеть, и я больше так не могу. Да, наверное, всех уже бесит эта тема про Марьяну. Я АМР. Кривляние в меру прикольно, но когда этого слишком много, это начинает бесить. Но когда я увидела это видео, я реально растрогалась, и мне стало ее реально жалко. Я уверена, что она действительно устала от этого вечного хейта вокруг нее. С другой стороны, почему-то мне кажется, что как-то это повыдавлено, что ли. Короче, мое мнение 50 на 50. Вообще, если она играла, то это была супер актерская игра. Хотя я и так, в принципе, могу заплакать. Я думаю, что за 5 лет существования моего канала... Да, 5, вы не ослышались. 3000 подписчиков за 5 лет. Мое актерское мастерство поднимается, как мне кажется. И я могу делать все, что захочу. Но сейчас так больно мне. Наяву, а не во сне. Я не могу с тебя, Эрис, давай же. Юль, можно войти? Да, настолько гениальный актер, что пока я делала слезы и открыла бутылку. А когда я тут устраивала истерику, я ее опрокинула, и это все, что осталось. Наверное. Исправить зрение. Для меня это очень сложный процесс. В плане того, что мне нужно заставить себя делать упражнения для глаз. А мне так часто лень. Просто тупо лень. И я устала. Я устала это терпеть. Простите, простите. Я не могла этого не вставить. Короче, мне лень. И так сложно себя заставить. Если у вас проблемы со зрением, его можно исправить. Поверьте мне. Я в это верю, я делаю упражнения, я вижу результаты. Если у вас проблемы со зрением, то его можно исправить. Просто нужно делать упражнения каждый день, не лениться. Короче, нельзя исправить, потому что это просто капец какой-то. Если вдруг я исправлю зрение, то я обязательно сниму об этом видео. В принципе, хватит. Спасибо за то, что посмотрели мое видео. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм, на мой твиттер. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Я вас добавлю, только напишите, что вы подписчик. Потому что если ко мне добавляются какие-то неизвестные личности, я их отклоняю. Пишите, побеседуем с вами о жизни тяжелой. Ну а на этом все. С вами была Джулия Скай. Счастливого Нового года и позитивчика вам. Всем пока. Пиши в комментариях апельсин, если досмотрел до сюда.